Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Альфред Кубин. «Сумасшествие». 1899 год. Бумага, тушь, перо. 18×18. Австрийский живописец, график и книжный иллюстратор Альфред Кубин создал собственный авторский стиль, который сформировался в традиции визионерских картин маслом испанца Франсиско де Гоя, бельгийца Джеймса Энсора, норвежца Эдварда Мунка, немца Макса Клингера и француза Адилона Редона. Позже, в 1911 году, Кубин вошел в группу «Синий всадник». Данное произведение дает представление о творчестве художника рубежа 19-20 веков. В мрачной, даже жутковатой картине тушью можно почувствовать экспрессию и накал страсти, потери разума, метания, галлюцинации, чувства, не имеющие выхода. Вот что желал показать мастер. Естественно, он не ставил целью исполнить портрет больного или дать какую-либо характеристику его недуга. Творец стремился отразить другую сторону внешне упорядоченной жизни, кошмары, которые невозможно рационально объяснить, и страдания. Интенсивность чувств, выражаемых художниками, превышала возможности традиционной европейской живописи. Ну, вот такое описание к работе «Сумасшествие» Альфреда Кубина я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Жутковатая картина. До свидания.